Всем доброе утро. Сегодня мы отдыхаем. Праздник у нас Хангыль. Кто еще отдыхает? Завтрак натощак. Я не знаю, от чего у меня. От чунока или еще от чего. Но я вес начала скидывать. Соль я не пью каждый день. Честно признаюсь, хотела по субботным воскресеньям пить. Всего 2 раза попила. И никак не соберусь еще раз попить. Вот такая я. Как почувствую, что надо мне очиститься. Эклеров наемся. Вот это чонако. Натощак его едят. Тут столько много компонентов, и все такие, язык могу сломать. Только одно могу сказать, что тут присутствует мед. Так, аир помню такой, который можно выговорить. От. То есть для. Артериальное давление регулирует. Улучшает память. Зрение. Вот это мне нужно. И память улучшить, и зрение. С давлением у меня вроде нормально. Потом повышенная утомляемость. Это школьники, студенты. Вообще все мы заводчане. На работе мы сильно устаем. Ой, я, кажется, вся такая мятая. Ну, для дома неохота гладить. Кулончик мне неправильно повесили. Я вчера была на процедуре прижигания, цепочку снимала. Суктымги, вообще крутой аппарат. Мне прижигли все, что можно и нужно. Глаза даже прижигала. Этот аппарат не оставляет следов ожога. Вот. А, я же вам не аппарат хотела рассказать, не про аппарат прижигания, а про чонако. Альцгеймер тоже лечит выпадение женского органа одного при климаксе, при миоме матки. Мужчинам тоже хорошо. Хангуки даже их едят. Чонако.